с развратом, потому что это также связано, написано, как это тоже как убийца. Поэтому человек, может, мужчинам это тяжело понять, но девушка, не дай бог, или женщина, которую изнасиловали, у нее большая-большая эта травма психологическая. Это как будто ее убили. И тоже написано, «Кикашер якум иш алреэгу уцахо», как будто человек встал против своего друга и убил его. Это та, который взял эту девушку и в поле ее, не дай бог, изнасиловал. Поэтому цахон не фешке на два раза. Поэтому, как мы сказали, понятно, что убивать ради человека нельзя и разврат нельзя. Вторая лаха. Помет ворим амурим ше эн митрапин биш ари сурин эл бим ком сакана бизман ше эн дереха ханатан ке гон ше махилин эта холе ше кацим урмасим о хамет ба песах о ше махилим ото ба йома кипурим авал ше локетер ханатан ке гон ше осин ло ретия о מלוגמה מחמץ או מעורלה או משכין אותו דברים שיש בהן מר מעורב עם איסורי מאכל שהרי אין בהם הנאה להיך, הרי זה מותר. עכשיו, מי שרס כזה, לצ'לווה כתורי פריס מרצי, ימו מוז'נה דוואת לובוי איזליצ'ניה. כשרנה, ניקשרנה, פלזנה, ניפה, קרומי טריוך, וביסה, ידל פקונסו ירס ורד. עצים, דר צ'לווה כתורי פריס מרצי, נזיה יבוא לצ'יץ. אתגד כגדה, то, что ему дают покушать, есть приятный вкус. Человек, который при смерти, ему нужно не давать есть свинью. Ему можно, даже если она вкусная. Но человек, который не при смерти, ему такое снадобье давать нельзя. Но если ему дают некошерное снадобье, которое не имеет хороший вкус, горькое, тогда даже человек, который не при смерти, но болеет, можно дать такое некошерное снадобье. Лекарство можно выйти в капсулах? Да. То капсулу надо проверять, иногда капсулы желательно, чтобы веджи капс. Веджи капс. Для нас, для сварадим, таблетки меньше проблем. Для ашкеназим там чуть проблемы есть. Таблетки для нас меньше проблем. Лекарство, которое человек берет как лекарство по рецепту врача, для сварадим нет проблем их глотать. Да, ну. Тоже? Ну, это есть liquid gels, которые они съели. Liquid gels проблема. Там может не таре быть. Да. Таре. Нельзя, значит, лучше не делать. Если есть, да, другая. אפילו שלא במקום סכנה, חוץ מכלאי הכרם ובשר וחלב שהם אסורים אפילו שלא כדרך הנעתן, וכך אין מתרפים מהן אפילו שלא כדרך הנעתן, אלא במקום סכנה. Но есть исключение. Есть две вещи, которые нельзя использовать, даже если они горькие, неприятные. Это כלאי הכרם. Это когда виноградники посадили пшеницу. Это смесь пшеницы и виноградника. Это запрет по Торе. Смесь разных... видов растений, или басар бехалав, или лекарство, которое из смешанного, сваренного, мясного и молочного. Почему? Потому что эти вещи запрещено не только есть, но запрещено их делать и получать какое-то наслаждение. Человек, который случайно сварил мясо с молоком, не имеет права дать собаке. Должен или сжечь, или закопать. Никакой пользы от него получить не имеет права. Значит, если он болеет. Если он болеет и чизбургер надо, нельзя. Значит. Нельзя. Если он не опасно болеет. Если он опасно болеет. Если он опасно, можно. Если это, не, опасно. Не опасно. Если животным нет. Нельзя, животным же можно. А? Животным нельзя давать. Кто животное? Вот собаки, кошки такое. Нет, басар бехалав нет. Нет. Потому что басар бехалав нам нельзя. Мясо с молочным нам нельзя. Три запрета. Есть нельзя варить, нельзя кушать и нельзя получать наслаждение. Понятно. Поэтому три раза в Торе написано «Лоте ваше гриба халевимо». Написано в Торе три раза, один же патук. Пасук «Не вари казненка в молоке матери его». Говорит Талмуд, почему три раза? Один раз запрет. Варить – один раз есть, один раз наслаждаться. Почему не вари? Написал бы Тора «Не кушай». Потому что только то, что сварено, запрещено по Торе кушать и запрещено получать наслаждение. А если холодное на холодное, это по Торе не запрещено. По мудрецам запрещено. Дальше. Третья аллаха. Ми шенатан энау би иша ве хала ве наталамут ве амру арофим эн ло рифуа арчити ба элло. Человек посмотрел на женщину, положил глаза на женщину и заболел, и при смерти. И врачи говорят, нету ему излечения, кроме того, если он будет иметь с ней связь. Ямут ве альти ба элло. Пусть он умрет, но ее не трогает. Афилу айтапнуя, даже если она была незамужняя, свободная женщина. Афилу ли дабер имаме ахурея гадер эн мурин лубеках. Даже просто, чтобы он с ней поговорил, через забор между ними. Ему не говорим, что так имеет право делать. Ве ямут ве ло йоруло ли дабер имаме ахурея гадер. Пусть он умрет, но не говорят ему, что
он говорит за забором. Шело юбенот Исраэле в керве яво бидварим элю лифрос барайот. Почему? Чтобы девушки, еврейские девушки, не считались разгульными, что с ними можно делать все, что ты хочешь. Он умирает, надо ее к нему привести. Нет такого. Даже и говорить не имеет с ним права, чтобы из-за этого не получился разврат, чтобы потом вообще не разотели женщин, девушек. Два вопроса можно? Если одного человека убить, чтобы миллион спастись, это можно? Нет. Например, Гитлер, например, ты знаешь, что это Гитлер будет там... То есть если он убийца, то убийца другой, убийца заслужил смерти. Нет, еще не стал убийца. А? Еще он не стал убийца. Мы же читали. Пока не стал, нельзя. Мы вчера читали, что читали? Мы вчера читали, что если пришли, это во время Богдана Хмельницкого это было, приходил он, и Махшево нам говорили, что он, ого, украинский герой. Он приходил к городам и говорил, если вы выдадите мне своих евреев, я ваш город разрушать не буду. А если нет, то будем уничтожать. Вчера мы учили Аллаха, что говорят, отдайте одного, или мы убьем его всех, не имеет права давать. Okay. Только если он заслужил смерть, как мы сказали, тот, кто восстал против Давида. Или он сам убийца и заслуживает смерти. Еще один. А? Добровольно скажет, кто-то скажет, я могу пойти. А возможно, там можно. Там был случай, в Гумаре написано, два брата были, Лупьянус, Лулианус, по-моему, они были, что когда был царь, там нашли дочку его мертвую, он сказал, кто это убил, я уничтожу всех, они двое вышли. И они сказали, он сказал, я знаю, что это не вы. Он сказал, ты знаешь, что мы не, это не мы, ты нас убиваешь, ты за это ответишь. И потом ему тоже голову разморжили. А, да. Евреи, если не, евреи нельзя готовить некошерное для неевреев. Окей. Okay. Вопрос. Имеет право готовить некошерное для неевреев? Басар бехалал, мясное молочное не имеет права готовить. Вообще? Да. Даже, не даже для неевреев. А остальное все может быть некошерное. Тора не должен таким заниматься бизнесом. Ну, не должен таким бизнесом заниматься, чтобы не было там запрета. Он все равно должен попробовать покушать там, тут, сказать, а что такого, ничего такого. Поэтому, окей, баруха дуналю, лама, амин, амин.